написать песенку. Ее записала совсем юная студентка, рыжеволосая, красавица. Ей была звездная дорога впереди. Это мне посчастливилось написать ей такую песню. Она сейчас делает нам подарок, а вам праздник. Алла Пугачева. Сделаю, но то, что вы мне сделали в судьбу, и для меня, Михаил Исаевич, исторический человек в моей судьбе, потому что действительно самую первую песню, которую я смелилась исполнить, песню «Робот», вот с нее началась моя творческая судьба. Спасибо вам большое. Я вообще уже исторический человек. Ну ладно, я когда-то для вас была девочкой-малолеточкой примерно, я про другую девочку спою, свои стихи вы знаете. А музыка моя, и такая народная. Но я так волнуюсь, помогите нам. За монетку, за таблеточку
девочка. Лисы Павловны!